Все-таки перекликается. Землю. Случайно оказалось на торговой площади, как называется. Облака и дымом паровоза на торговой площади в 16-м году. И гуляла ярмарка церкви до извоза, хоть падали замерзшие вороны на льду. Попрошайки щурились, ах, как бы не обидели, шарили карманники и дрались мужики. И монашка Тоненька просила для обители, и в кружку ей железную стучали медики. А в кабаке оркестр играл сквозь дым и пустословия, и веселились господа из высшего сословия. Зазывала в магазин вывеска с баранкою, и стоял на улице Уфимской на углу старичонка в зипуне с обшарманной шарманкою, и каждому прохожему предсказывал судьбу. На шарманке судьбы все записочки в карманчик, да калека у стены, нога всего одна. И смотрели вместо глаз на старого шарманщика с юхой задуманенных кровавых два пятна. А в кабаке оркестр играл сквозь дым и сквернословия, и веселились господа из высшего сословия. Старик, припомни день, белая рубашка, по торговой площади я с барышней гулял. И победу скорую сулил нам Николашка, и Михальчевка старая мне счастье нагадал. А теперь лицо мое, как окорок советный, нам германец на ногу все газы распылял.